Добрый день, уважаемые друзья, подписчики. Разрешите вам представить чемпиона молодежного чемпионата Санкт-Петербурга 2018 Святослава Тетерина, также который выиграл последний чемпионат ВДВ и чемпионат Санкт-Петербурга 2017. Свят, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, как самочувствие? Все отлично. Самочувствие хорошее. Рад победе. Как соперник? Соперник хороший, тяжелый. Бой был трудный. Молодец. Хороший бой, я выложился на 100%. Как проходит служба в армии? Проходит служба хорошо. Все нормально, сейчас уезжаю в Рязань. Выступил, вот, еду. Да. Какие ближайшие ваши соревнования? Какие у вас ближайшие сейчас соревнования будут? Да, сейчас пока не знаю. Сейчас уезжаю в Рязань, там видно будет. Буду восстанавливаться после этого турнира, вот после чемпионата России среди ВДВ. И там будет видно, буду готовиться. Вооруженные силы России летом будут и там и так далее. Сейчас, сейчас у вас кто тренирует в Рязани? В Рязани меня сейчас тренирует Панин Александр Борисович, мастер спорта международного класса, трехкратный призер СССР, весит 71 килограмм, 80-х годов, в конце 80-х. Ну вот, и Игнатьев Герман Викторович, тоже мастер спорта СССР. Вот, они тренируют меня в Рязани. Ну, связь с вашими тренерами, с Владимиром Видовым и с Владимиром Белецким, поддерживаете? Конечно, поддерживаю, да. Потому что мы с ними постоянно общаемся, они очень сильно за вас переживают, всегда следим за вашими выступлениями. Мы от своего канала также поздравляем вас с победой, желаем вам дальнейших успехов. Спасибо. Да, радуйте нас всегда своим красивым боксом. Спасибо. Спасибо.